Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу представить краткий обзор винтовочной пули от финского производителя Лапа. У меня в руках пуля в калибре 243, 6 мм, вес 77 грейн, 5 грамм. Модель имеет маркировку артикул G490. Баллистический коэффициент 0,319. Это у нас Hollow Point H-пишка. Поставляется, как и все пули фирмы Лапа, в пластиковых боксах по 100 штук. Здесь наклеечки. Вот как выглядит наша пуля. То есть, ну, здесь у нас, так как это Hollow Point, да, то есть открытый нос, открытый наконечник. В принципе, пуля, ну, опять-таки, не позиционируется как пуля для высокоточной стрельбы. Это не сценар, не сценар L. Ну, однако ее можно использовать для соревнований по стрельбе. Ну, на средней дистанции, как правило, вот, на ближней, на средней. В принципе, эту пулю берут для охоты, хоть и не рекомендуется мочевые пули у нас использовать. То есть здесь фрагментация присутствует. Конструктивно просто не предусмотрено здесь, чтобы сохранение веса было максимально. Вот, ну, непревзойденное финское качество, прекрасные характеристики, в принципе, неплохой БК. Здесь мы видим плоское основание, что позволяет загонять, так скажем, пулю в гильзу, ну, на меньшую длину. Соответственно, остается у нас больше в гильзе места под порошок. Ну, опытные стрелки это все прекрасно знают. Вот. Сейчас я вам скажу, какая длина у этой пули. Длина пули 23,6 мм. Ну, еще вот из особенностей, в принципе, тут, ну, форма, аэродинамическая устойчивость, закрытая донная часть. Ну, в принципе, у пули Лапова она у всех закрытая, для предотвращения воздействия пороховых газов, да, на свинцовый сердечник. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо большое, что вы смотрите. Надеюсь, что наша информация кому-то из вас поможет и подскажет. Хороших вам охот, удачных точных стрельб. До новых встреч!